Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 191, тема «Смерть». На могиле мамы, которая верила в Бога, мы, ее дети, в то время были еще неверующие, и поставили памятник сообразно времени, с пятиконечной звездой. Как выйти из этого положения? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Екклесиаст 9.10. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Псалом 145.4. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его». Когда человек умирает, его, в кавычках, трудовая книжка закрыта, и ему абсолютно безразлично, что и как на его могиле, потому что то, что осталось, есть земля. Екклесиаст 3.19. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Чтобы поправить положение, нужны деньги или заменить целиком всю стеллу, плиту, или стереть, сдолбить страшную звезду. 3 Ездры 15.40. «И поднимутся облака великие и сильные, полные свирепости, и звезда, чтобы устрашить всю землю и жителей ее. И прольют на всякое место высокое и возвышенное страшную звезду». Одно время я вел занятия с курсантами Барнаульского высшего летного училища, и благодаря хорошим связям с начальством кое-что получал от них. На списанных шинелях и кителях были латунные пуговицы с пятиконечными армейскими звездами. Трехгранным напильником мы стерли все звезды на пуговицах, а это около 500 штук.